Знакомьтесь, барнаульский бычок Яша. Совсем недавно он был безымянным в большом стаде одного из хозяйств края. Теперь же постоялец зоопарка. И хотя бирка на ухе осталась, отныне у него есть имя собственное. Его окружают особой заботой и даже украшают. Директор зоопарка Сергей Писарев в преддверии года быка познакомился с Яшей поближе и уверяет, он идеальный бык, прямо олицетворение символа наступающего 2021-го. Бык, обратите внимание, он спокойный, он уверенный, он уравновешенный. Это не год крысы, вот, и мне очень хочется, чтобы этот год действительно был вот такой же красивый, здоровый, главное. Посмотрите на него, какой он мощный, здоровый. Это сегодня самое-самое главное. Кстати, это первый бык в барнаульском зоопарке, но Сергей Писарев пообещал, что скоро у Яши может появиться подруга, а в самом зоопарке уголок, посвященный животноводству региона. Сергей Князев, директор краевого центра сельхозконсультирования, признает, Алтайскому краю есть чем гордиться в этом плане. Разведение крупного рогатого скота – одна из фишек региона. Причем мясных пород не меньше, чем традиционно молочных, а названия для неспециалиста звучат даже экзотично. Герефордская, казахская, белоголовая. Кстати, Алтайский край – один из лидеров поставки, так сказать, геноцида. Фонда КРС. Для улучшения породы, говорит специалист, периодически закупают быков из-за рубежа с целью разнообразия генетики. Стоимость одного такого иностранца порой превышает 500 000 рублей. Не может один папа быть на всю нашу большую алтайскую семью наших животных. Естественно, должны быть разные линии, разные направления. Край сыродельный, значит, сыродельческий. Соответственно, большая тема на сегодня – это получать от этих быков такое потомство, которое бы, допустим, коровы давали больше выход сыра, то есть более качественно. Это очень важная, интересная тема, которая еще нам в будущем предстоит по-серьезному позаниматься. Наряду со специализацией алтайские бычки, впрочем, как и коровы, традиционно выносливые, продуктивные и, конечно, красивые. Что же до особенностей характера, специалист говорит, как любые живые существа, тысячелетия, живущие рядом с человеком, их характер напрямую зависит от отношения к ним хозяина. Так что на вопрос, каким будет год быка, отвечает, это напрямую зависит уже от самих людей. Илья Кочетков, Алексей Фризин, Дмитрий Денисов, День с толком.